в мороз у гусей, замерзало ведро с водой. Я каждый день доставала вот такие ледушки. Каждый день. Чтобы налить им воды, нужно было сначала вытащить из ведра вот такую ледышку. Лето он там отрабатывает, да, Серёжа? Поесть им надо, у них пусто. Выпусти зверя. Отдай мне зверя моего. Он не хочет. Отдай. Не хочет. Да, маленький хочется мне. Разобрать себе. Вы что, из кадра вышли, а? Вот они. Пойдем. Всю зиму не мылись, холодно было, да. Мороз был, а сейчас опять можно купаться. Они уж всю воду выплескали. Что? Всю воду выплескали, надо им долить. Иди отбирай, иди. Серёж, иди отдохни, сходи замочи им комбикорма. Смотри-ка, у него блюдо-то пустое. Ой, что вы тут делаете? Замочи комбикорма. Куда? Не надо, пусть сегодня здесь купаются. Да они там нужно лютого помогут. Да они уже налили. Там залу что ли вываливали, черное все. Это я половик отбивал. Половик, столько грязи было у меня. Это еще только одно место. Эх ты. Это который в коридоре лежал. А что это на нем? Что это такое? Нет, я отбил. Земля. Это сажа какая-то. Да полностью земля, грязь. Думаешь? Белый сразу. Ну, почище.
Так они сколько не омылись, они в этом ведре все. Они в этом ведре, смотри, друг дружку моют, да? Сейчас мы эту курицу нападем, да? Сейчас мы эту курицу вот так бам-бам-бам. Серый мой. Какой у нас кот, да? Вот какой у нас кот, да? Такой кот Толстопуз. Кот Толстопуз. Да, сюда можно с ним ходить. Бревно, ты мало тебе, вот туда надо. Это маленькое бревно. Мало. Вот он, кончик швабры-то. Вмерз в землю. Но все равно все развалилось. Вот он, кончик швабры-то.
Ой, какое-то у меня там собрание. Ну и рожа. Эй, что у вас с лицом, мистер Гусь? Даже, да. Сейчас это солнце сядет, как кабаны пойдут.